огромными аплодисментами поприветствуем участников нашего армейского праздника. 8 августа на стадионе «Юбилейный» в третий раз прошел ежегодный армейский праздник «Военные службы. Связующая нить», организованный Центром спортивных мероприятий стадиона совместно с общественной организацией ветеранов города Воркуты, Коми-Республиканской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и ветеранов боевых действий. В первую очередь мы с Ромашкиным Андреем Николаевичем, с комиссаром нашим, решили объединить вот эти наши праздники, которые проходят летом. День пограничника, День военно-морского флота, День ВДВ. Это все мы хотели объединить с ветеранами, боевыми действиями и с армией. Поэтому название такой военной службы «Связующая нить». То есть всех, кто прослужил в армии, то есть, и тем самым показать нашим детям города Воркуты. В программу праздника входили полоса препятствий, разборка автомата, турнир по мини-футболу, выставка истории военной формы и оружия и многое другое. То есть преимущественно были представлены военно-спортивные дисциплины, развивающие физические данные и смекалку. На территории стадиона работала армейская кухня. Вообще это военно-спортивный праздник, цель которого именно военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, чтобы показать, на что способна армия, на что способен ОМОН. У нас он второй год будет участвовать. Ну, то есть показать ребятишкам, к чему должны они стремиться и к чему должны быть готовы. В праздничных соревнованиях приняли участие 7 команд. Команда ветеранов боевых действий, команда ОМОНа города Воркуты, команда аэродрома «Советский» и 4 команды из воинских частей, базирующихся на территории нашего города. Сегодняшнее мероприятие называется «Связывающая нить». В основе идеологии этого мероприятия лежит соединить поколения. Это и участники боевых действий в Чечне, и участники боевых действий в Афганистане, и просто ветераны вооруженных сил. И нужно их соединить с патриотическим, как бы, патриотизмом, с нашим подрастающим поколением. Потому что, соединяя их, мы открываем глаза нашим мальчикам и девочкам, что нашу страну охраняют наши вооруженные силы. Это самое главное. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в нашем городе стоит на довольно высоком уровне, что подчеркнул глава администрации Воркуты Игорь Гурьев. Ну, у нас, в принципе, не секрет, что Воркута такой город, который, наверное, один из лучших в части организации. Никого не хочу обидеть. У нас действительно сильно развито патриотическое движение. И кадеты, и юнармия сейчас, в прошлом году почти 100 человек уже принято. Поэтому вот такие мероприятия, как пример для наших детей, подрастающего поколения, конечно, очень нужны. К сожалению, конечно, сегодня погода подвела, и не столько много детей, сколько хотелось бы, но все равно даже такие мероприятия мы обязательно будем транслировать, чтобы наши дети видели, ну и брали с ребят, кто служит в армии, пример. Подобные армейские праздники предназначены прежде всего для того, чтобы повысить авторитет российской армии в глазах подрастающего поколения, поскольку именно благодаря силе, надежности и самоотверженности российского воина каждый мирный житель нашей страны может считать себя в безопасности от империалистических хищников. Вячеслав Ирин, Андрей Корнилов, Геннадий Князев, телекомпания ТНТ, Воркута.